В межвидовом региональном учебном центре «Войск связи» за 4 месяца обучили и выпустили более 1000 курсантов по 9 военно-учетным специальностям. Выпуск молодых связистов стал настоящим праздником для них самих, их родных и близких. Событие открылось торжественным построением военнослужащих. На плац вынесли государственный флаг России и боевое знамя воинской части. Те друзья, которых вы приобрели здесь, помогут вам с честью и достоинством выполнять свои служебные обязанности в воинских частях и подразделениях связи на территории всей нашей необъятной страны. Следом выпускникам вручили удостоверение. Почетную миссию доверили гостям мероприятия. Тем, кто добился особых успехов в учебе, присвоили воинские звания. Мне хочется сказать слова благодарности вашим родителям и низкий поклон, которые подготовили, вырастили вас для службы в вооруженных силах. Хочу пожелать вам дальнейшей удачи, терпения, опять же, взаимовыручки, здоровья. И победа будет за нами. Учебный центр будет набирать новых курсантов. Уже этой осенью к обучению приступят свыше 1000 военнослужащих-срочников. Все новобранцы поедут в части по разным регионам. Наши выпускники будут проходить службу во всех регионах нашей необъятной страны, в соединениях, воинских частях и подразделениях связи. Виталий Чистяков попал на обучение в Ульяновск из распределительного пункта Свердловской области. Рядовой рассказал, что за время обучения приобрел новых друзей и многому научился. Учились мы 3 месяца, это краткий курс у нас произошел. Впечатления очень позитивные. Вот. Научились стрельбе, ездили на полигон, также работать на аппаратуре, так как мы связисты. Даниил Пеляев прибыл в Ульяновск из Братска, Иркутской области. Больше всего ему запомнились новые впечатления и друзья. Рады, что попали в данный центр. Прошли подготовку и физическую, и боевую подготовку, и ездили на стрельбы, научились стрелять. По специальности прошли очень долгий путь, сложный, но мы прошли этот путь и получили тоже много навыков. Зрители увидели показательное выступление военнослужащих из 3 действий. Работы подразделений связи во времена Великой Отечественной войны, Афганской войны и в условиях современности. Праздник завершился концертом и выступлением почетного караула. Валентина Никонова, Бахтияр Салтанов, Ул-Правда ТВ.